Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Бразилию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на карте Земли, настоящей карте Земли. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу. Приятного продолжения просмотра. Алексей. Да. Еще одна. Ну, это атака. Так, на эти деньги мы вот тут все покупаем. Мастерская. Фабрика, угольная электростанция. И переработку ускорили. Так. Что тут, еды нету? Ничего себе. А если так? Все равно два хода. Ладно, так. О, норм. Шесть ходов. Блин, у меня лян до сих пор вообще очень плохо. Очень плохо в этой игре. Угу. Мали мы продлеваем? С Австралии, да? Австралия. Еще ученых. Не, вот это 20%, что сохраняется у Бразилии, это вообще трындец. Я, наверное, больше всех заберу великих людей. Слушайте, так может опять попробовать, может это театральной площади. Успели, это Тадж-Махал. Мне надо за 4 хода его построить, а не за 5. Нет, не получается. А инженеров там нету на... Ну, Австралия топит за инженера на престиж, чтобы бонус еще получить к районам, да? Да, конечно.
Я еще башню построю, и вообще будет все престижное. Блин, не хватает угля. Кстати, надо обработать. Так, во-первых, купим здесь рабочего, наконец-то. И сделаем эти все улучшения под лян. А здесь рабочего. Так, надо еще с шедеврами разобраться. Махал угнал. А, ну да. Вообще, мне бы тут панамский канал построить, между прочим. Был бы реальное чудо на реальном месте. Еще этот есть? О. Ну, вот если эту клетку или это добавится к Массею, то можно будет, но я сомневаюсь, что он добавится. Да, я в нормальный век выхожу, к сожалению, даже если бы Тадж-Махал построил. Предлагаю плюс 5 к разведке. Я не знаю, наверное. Я просто вложусь, чтобы какой очки получить. Ресурс бафать? А у всех он разный, я думаю. Ну, у нас всех разные континенты. Может, у кого-то есть жемчуг, нет? Он же морской все-таки. Да, континенты ровненько разные. Вот Европа, Азия. А, ну кому подсобить тогда? Океания. Давай за вино, на меня тут малина падать собирает. Ну, кстати, интересно, что Океания тут в Циве, то есть вот Индонезия и часть Малайзии почему-то относятся к Океании. Хотя это вроде как Азия, на самом деле. Кто на тебя собрался нападать? Мали? Конечно. А, вон самолетики вижу, да. Ну, он хочет, как опять в прошлый раз, поупарываться просто туда и все. Ну, самолетами не упарываются, ими захватывают. Ну, так я тоже в самолетах, если что. А, ну тогда веселитесь. Ну, ты-то в самолетах, но где у тебя аэропорты? Не, его так. И алюминия. Я убрал это. Чтоб он не видел аэропорты. Попахивает блефом. А, слоновую кость. Этих... И сколько ты в слоновую кость вкинул? 8 голосов. Он мне тут этих варваров все создает.
А я войска не включаю. Villains. Может поставить еще театралочку? Че уж тут? Или не надо, блин, или сделать рабочего тут клетки обрабатывать, без дела стоят. Опять же, минус Джейроса я могу купить, так? Я к тому, что, может, попробую все-таки, то есть 4 очка мне не хватает, так, сейчас попробую, вот, вот великий человек, да, сейчас придет, ну не сейчас, он придет, я здесь что куплю его за деньги, тут, тут никто проекты не делает, то есть художник вполне может прийти и музыкант вполне может, хотя вот австралиец сделает проекты на музыканта, да, вот этот музыкант будет австралийцу. Сейчас посмотрим. Вулкан спящий, когда там затопление. 5 ходов. Я вроде все успел построить. Постоянно кто-то у меня тырит все. У меня театралочки нету, да? Мне тут все сбросилось. А, идеологии, конечно. Центр коммерции гавани и кампусы промышленности. Отлично, еще одна. А, давайте на шпионов вот поставим. Вообще рационализм надо было еще поставить. Что-то я. А, зачем было красть на престиж? Но вначале он мне помог. В смысле, в начале? Только что. На престиж, что ты имеешь в виду? Да я про инженера на престиж. Это не я. Я вижу, кто. Интересно, зачем просто? Так, где у нас шпионы? В смысле, зачем? Ну, чтобы, во-первых, Мали, он тебе не Австралия. Достался, ты и так забрал. Во-вторых, у меня тоже престиж нужен, я же тебе говорил уже. Так, у тебя же нет пантеона, тебе не нужен уже, ну, престиж. Пантеона нет, ну что мне теперь, престиж выкинуть весь? Выкидывай. Фак. Мне кажется, мне все должны сейчас по соточке скинуться за то, что я у Австралии забрал инженера на престиж. Ладно, это шутка, за 300.
Мне тут интересно, как в Белеме будет пригород за... за горами такое. Народ тут живет, ну, работает, а жить ездит через горы, перелазит. Так, сейчас еще принимаю демократию. Еще плюс очки. И, наверное, покупаю минус Джейрос. И вот оно. Да, золотой век, отлично. Так, строителя я сделал. Пригород нужен. Ну, на плюс 6, нормально. И дальше откроем охрану природы. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще тут по... Что бы мне хотелось принять? Нет. Нет. Строительство чудес. Соседство театральной площади, ну... И, кстати, и гражданский авторитет еще как вариант. Здесь пока содержание юнитов. И... Почему нет? Я что-то очень знаю, что тут будут какие-то войны. Вот эта площадь вот на эти города действует, а эта площадь на эти города. У меня все города... покрыты фабриками. И по поводу электричества, тут не обязательно даже много строить угольных электростанций. Главное, чтобы вам угля хватало. Который бы... Ну, сейчас я прибавлю этот уголь, мне будет хватать. Все еще пульс паровой машины. Так, кто у нас... Мали в героическом. А, Мали будет в героическом веке захватывать, да? Да, я в темном. Ну, тебе вряд ли кто-то может помочь, Рим, прямо тебе скажу. Буду с тобой откровенен. О, еще линкор. Отлично. Точнее, тут броненосец... А, нет, два линкора, да. Ну вот это вот бразильские, конечно, джунгли, это
Кайф. Да, я думаю, пора начинать строить. Знаете что? Во-первых, надо поменять местами Пингалу и Виктора. Во-вторых, тут надо начинать строить космопорт, только подумать где. Не рядом. Вот тут надо. Поэтому делаем строителя, который там все вырубит. Что у нас тут по городам государства? Так, американец, не надо обращать Токио в свою религию. Чего? Не обращай Токио. Блять, ну кто едет обращать одним миссионером? Ну вы чё? Ну, это у него 5 жителей, как бы. Кто это? Разведка. Там вон синий миссионер плавает. А, это мой. Зеленый миссионер плавает. Это твой? Это мой. Мой с крабиком. Ну вот к нему претензии предъявляют. Что ты к моему прокопал? Так это же мой миссионер. Зачем к ним претензии какие-то? Я ж просто попросил, что ты сразу... Так, что нам тут надо ускорять? Селитровая шахта. Вряд ли получится. 3 армии или армады? 3 армии или армады можно сделать. Так, во-первых, вот лучники. Во-вторых. Линкор. Воины. Мечники. Блин, чё, некуда? Чё, не хватает уже? Куда великих людей запихивать? Что она хоть делает, это Ласкарина Бубулина? Каждый раз, когда вижу этого флотоводца, эту морячку, мне становится интересно, кто это.
Так. И надо бы мне уже космопорты строить. Блин, все равно минус идет. Так, надо открыть быстренько. Поставить карточку на ресурсы. И нефти нету. Какого-нибудь угля вообще еще рядом. Какого-нибудь необработанного где-нибудь там. Так, это не у меня. Этот обработан. О. Ну, авианосцы подплывают. У меня тут угля дофига. А чё он так быстро тогда тратится? 8 накапливается, 11 расходуется. У меня просто много зданий на... Скажем так, у меня много зданий на... Уголь. На электричество потребляют. Сейчас посмотрим, как с этим пойдет. Так, тут один ход подождем. А, блин, тут серебро еще не убил, блин, долбанный. У меня все ресурсы на счастье рядом с этим. С вулканом. Спровоцировать беспорядки. Где у нас у кого есть... Пригороды. Чё, ни у кого нету? В Риме, ну в Риме чё у меня? Давайте вот в Сегу. Так, этот чё? Диверсии на производстве. На паузу я перезайду в игру. У меня подвисание каждые там 15. Хорошо, в начале хода поставлю. Ясно, гружу сейф. Кстати, я хотел спросить, о чем только мы с американцем вышли в эти, в плотины. Вас не смущает, что уже затопление с следующим ходом уже второго уровня? Да харе, вы мне еще эти... Кто тут шпионов ко мне в Рио-де-Жанейро посадил?
Так, что у нас тут открылось? Это, видимо, прошлый ход еще. Так, а где у нас еще самый производственный город? Рио. Неужели Бразилия? Нет, Белем. 87 Белем, да. В Белеме надо еще космопортик. А где он тут может быть? Ага, вот здесь. Это дорого, такой ап. Тут просто по нулям, поэтому давайте. Вот так. И еще один юнит я бы построил. Это еще одна армия будет. Хе-хе, при попытке похитить средства в городе Бразилия был убит малийский шпион. Увы. Последний мой шпион. Класс, у меня... Верти. Вот только осталось сделать. У меня все три мои. Он тут меня этих уже нефти. Не знаю, сколько нападил. Варваров. О, кавалерия. Каких варваров? Ну кто меня тут плодит вызывает? Это не я, у меня у тебя вообще нет шпиона. Нет, тут кто это хулиганит? Интересно тогда помогает. Ну кто-то, видимо, прокачивается заодно на тебе. Так нет, я тоже прокачиваюсь. Этих юнитов морских. Ну давайте в Массею переброшу. А, беспорядки это лояльность. Фу ты, ну ты. Не то я взял шпиону. Ага, пошел апгрейд истребителей. Эй, какая у тебя все-таки эта красивая большая пустыня Виктория. Слышишь, а чё... а чё артефакт не выкопал? Что это за одинокое? Надо полностью уже пустыню фермами зафигачить. Так и не добрался до него.
чё, ты только сейчас кризис против Кумаси вылез, его ж давно забрали. То есть, говоришь, Австралия тебе не нужны были плотины, я смотрю, тебя театралку вообще затопило. Да-да. Как в той игре, я смотрел и что-то не нашел, что там тонет. Ну тут то же самое. Кавалерия какая-то дорогая. Может, кавалерию просто купить? Так, мгновенно обосновывается. Тут создаем армаду. Что там как с ураном у кого? Ага, Австралия и Мали есть. Мне, кстати, нужны подлодки. Блин, это долго. А, ну тут маленький город у меня. Yeah. Я этого долго ждал. Пошла жара. Да. Да, нет, жары не будет. Он легко возьмет. Промахнулся, хотел по городу, ударил по порту. Ай, короче, надо просто уже строить космопорт. И буду вырубать. Долго это. А у тебя послов-то хватит?
Думаю, нет. Я тоже уверен, что нет. Сижу, смотрю, не знаю, что делать. Блин, второй ход уже не принимаю. Культурные цивики, что открывать? Так, инженер хороший. Вербовка партизан. Вот что я хотел принять. Что-то я... Так, тут у нас что? Ух, сколько их тут летает. Кстати, на мазутную электростанцию можно перевести в одном городе. Тут два хода, тут один ход. Чтобы нефть тратилась, а не уголь на одной электростанции. А чё, космопорты только я строю, да? Все остальные в ядерки пошли. Ну, учёного только ты забрал. Какого учёного? На +4. Ну так науки-то все равно, как бы, я недалеко. На соточку почти, почти на соточку. Рим падает. Что-то мне как-то юниты быстро исчезают. Где на
Морские юниты, карточка. Уже, наверное, открыта. Мельбурн, Америка, 2 в Мали. Давайте, наверное... Танки едут. В Австралию посажу второго, еще одного. Подлодок надо штучек 6. Это для того, чтобы ядерки бросать. Ну, давай, захватываем. Ну, я не думаю, что Мали конкурент. Даже с захваченным Римом. А, ребята, урана-то у меня нету. Я не туда пошел, мне надо... Блин, что-то я... Ну, эта партия совсем у меня, конечно. Мне надо... О, в Буэнос-Айресе уран, подождите-ка. Молодец. В Австралии аж 2 штуки. Блин, ну я не хочу захватывать Буэнос-Айрес. Может, он обработает его? Ой, не успел. Блин, ну мне надо в эти идти. Системы наведения. Значит. И строить защиту от ядерок. Джим said that beeswax stink. Поймали шпиончика моего. 3-го уровня, между прочим, был. Но Буэнос-Айрес, похоже, идет как бы обрабатывать уран. Но этого мало урана мне будет для ядерок. Они 10 урана стоят, поэтому мне надо защитные... Купить вообще. Все, нефть обработала. Три от города-государства.
Так, давайте мы этого пересадим вот сюда. Займешь? Нет, к сожалению, нужны деньги. Там же у нас магнат этот, австралиец был. Пил кучу бабла. He had discovered a great law. Блин, что-то кроме меня вообще никто в ракетостроение не выходил. Как-то это подозрительно. Надо поставить на подлодки. Надеюсь, вообще ты это каперы. Хочешь дальше продолжать? А что, Мали не может захватить? Думаешь, не возьму? Нет. Ты сейчас упрёшься в эти два города, и все, мы будем меняться ими. Дело хозяйское, можешь упираться дальше. Я лобился в город. Какой-то флот тут римский плавает. Ну, а какой выбор? Победу мы все равно уже не одержим. Вот то, что предлагаешь, просто сразу же это. Ну там можно сразу выйти, да и все. Нет. У меня их много. Нож, пожалуйста, пригоняй юнитов, мне на всех хватит. Прийти твои бомбардировщики дальних не могут. Что-то мне сделать. Ну, давай мир заключим. Давай. Это без вариантов. Упорка просто ни тебе, ни мне называется. Да, да. Ну все, договорились, 3 года и нападаем. Да, да. Окей. Okay.
Слушайте, а эти зенитные орудия, их на отдых можно ставить, да? Они же срабатывают, если они на отдыхе стоят. Вроде как, да. Алексей тут флот свой. А, нет, это застроить. В смысле? Это моя территория, ничего так? Алексей, свой флот. Это ты свой флот к моим границам подвел? Это сзади заход был на Малиш. Мали, ученого забери. Забрал. Ой, я что-то где-то разграбил случайно. Обрабатывает он уран, хоть ты. Америка, у тебя нету урана, да? Не знаю, не открыл еще. Ну вот я не вижу у тебя на территории. У австралийца две штуки. У Мали тоже две. Ладно, поехали дальше, спутники. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных оно запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!